Привет всем любителям мелодрам. Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Там, где нас нет». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Когда у отца Юли Михаила Рудакова начинаются проблемы с бизнесом, он перевозит семью. Жену Ольгу, дочку Юлю и маленького сына из Санкт-Петербурга в Выборг. Здесь Рудаковым придется начинать жизнь с нуля. Юля оказывается в новой школе, но одноклассники принимают ее в штыки. Она сходится с Тёмой и Фредом, которые оказываются членами странной сетевой группы. Руководит группой по сети некий неизвестный человек – Гур. Они проводят акции, призванные проучить заносчивых одноклассников. Но шалости новых друзей вскоре перестают быть невинными. Когда дело доходит до хулиганских нападений и поджогов, Юля решает уйти из группы, но уже поздно. Все оказывается гораздо сложнее. Под прицелом уже не школьники-подростки, а их родители. Актеры. Анна Миклаш, Владислав Резник, Марина Дуксова, Александр Кудренко, Дарья Кукарских, Артем Вершинин, Ирина Соколова.